Всем привет, друзья, это канал Ворген Геймс. Сегодня в нашей рубрике «Снова школа, ты думаешь, во что мы поиграем?» А мы с вами поиграем в Rage Parking Simulator. Симулятор парковщика ярости или яростного парковщика. Почему яростного? Потому что парковаться всегда неудобно, парковаться всегда сложно. Как вщемиться между, скажем, там каким-то запорожцем и КамАЗом, сука? Как вщемиться, если они стали вплотную и осталось только одно там какое-то небольшое место, куда можно тебе встать, и ты туда щемишься, короче, как-то еще там назад отдаешь все дела, короче, вот эти вот херня. Поэтому мы сейчас с вами научимся это делать правильно. Как это лучше всего сделать? Сейчас мы с вами посмотрим. Я уже за кадром разблокировал два уровня, потому что я там приспосабливался к управлению, все дела там, как учился, как надо вщемиться, учился, как надо подъезжать, куда чего. Короче, первый этап. У нас надо встать вот сюда, или вот туда. Сюда мы получим одну звезду, там мы получим три звезды, здесь получим две звезды. Короче, надо остановиться. Смысл в том, что нам сначала надо, короче, снять вот это вот ручник, короче, все дела, чтобы он ехал вперед, а не назад. Теперь он едет вперед, хорош. Если вот так поставить, он будет ехать назад. Стоять. Теперь руль повернуть, чтобы он поехал на три звезды. Хорош. Бляха-муха, что это так? А вот это что за херня? Я думал, это... Думал, это что-то нарисовано на асфальте, такая-то разметка стояла. Кто поставил эту сраную разметку? И так парковаться тяжело. Алло, вы чё? А ну давай. Главное сейчас отсюда пока выехать. Отсюда выехал. Теперь повернул руль. Теперь чуть-чуть сдал назад. Еще повернул руль. Блях, подожди. Повернул руль. Хорош, 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 хорош. Тихо, 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 тихо. Теперь назад сдавай. Назад тебе сдавай, сучка. Погодь. Теперь надо как-то руль так повернуть, чтобы мы... Именно щеманули вот туда прям. Во! Вот это вот то, что я хотел. Нет, не-не-не-не-не-не, тихо, не то. Хорош, теперь, короче, поворачивай, доворачивай, доворачивай, доворачивай. Чуть не врезались, сука. Там же три звезды нас ждут-то. Ты чё, просрать их хочешь? Файда, файда, я тебе говорю, сейчас мы будем гениальными парковщиками просто. Сейчас мы эту лимонную машину зацепим, какой-нибудь бизнесмен оттуда выйдет, скажет, я тебе ебало расчищу. Смотри, чё, уже все, уже парканули? Нормалек, пошли дальше тогда в таком случае. Три звезды, второй этап. Две звезды и три звезды. Три звезды там, хорошо. А эта херня, походу, если я не врезаюсь, то она, наверное, меня... Машина будет бить, да? Я так понимаю. Хорошо. Ну, конечно, ничего хорошего. Тихо. А, там одна звезда, видишь? Погодь, сейчас разберемся. Бляха, подожди. От подонок. Тихо. Не врезайся туда. Не надо. Бля, ну твою мать. Ну что так-то тут? Какого? Ну там пара сантиметров-то оставалось. Вот, слышь, вот почему тяжело парковаться. Потому что всякие херни понаставляют. А ты потом не знаешь, как туда вщемиться тебе, чтобы, блин, реально... Лучше уж поставить машину где-то в ебенях и самому пройти там 5 километров до магазина или куда там тебе, где парковка общая. Потому что это, ну серьезно, это не выход, это не вариант вообще ни капли. Как поставить машину, бляха-муха, привезти? Зачем вот это понаставляли? Что оно даст? Если есть разметка, куда надо ставить машину? Вот разметка, вот разметка, вот разметка. Зачем эта хуйня здесь стоит? Зачем, почему, чем руководствовались те, кто ее ставил? Блять, не едь туда, подожди. Ай, нет, тормози. Говорю, чувак, тормози, отъезжай. Правильно, назад сдавай. Еще чуть-чуть сдай. А теперь сейчас будем думать, как нам лучше развернуться-то. Ну, музыка качающая, смотри. Под такую хочется реально парковаться. Тихо. Чуть назад. Теперь чуть вперед. Надо как-то вщемиться, понимаешь, тут... И не зацепить, понимаешь? Не зацепить эту херню эту. Хорош. Стоять. Блять, ну ёб твою мать, ну как тут парковаться-то? Ненавижу парковку, вообще ненавижу парковаться. Вот сюда и то удобнее.
Пошли на две звезды. Похуй, я, короче, ебал. Все, не хочу. Давай, паркуйся. Пошел. Назад сдавай. Назад, тихо. Куда поехал? Назад сдайте, говорю, дебила кусок. Чё это за парковка-то такая? Хорош, 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 хорош. Не надо туда! Не хочу! Не хочу опять убиться! Тихо, спокойно, нормально все будет. Как нам там столько уровней? Ты видал, сколько там уровней? Как нам их всех пройти? А мы все не пройдем с вами, я тебе отвечаю. Мы пройдем. О! Как ровно-то стал! Еще раз чуть подъедь! Бляха, зачем было подъезжать? Я хотел просто, чтобы тютелька в тютельку, сука, стать-то. Тютелька в тютельку, а оно получилось пизду. Все, сейчас вот точно я тебе отвечаю, должно получиться. Эп! Вот так и стой. А что, не засчитали, что ли? Во, я тебе говорю, засчитали, хорош. Пошли дальше, две звезды нам хватит. Третья парковка. Третья парковка, нам надо стать на три звезды. А где машина? Нихера себе! Три звезды аж там, это надо проехать туда куда-то. Ну, поехали. Один хрен. Смотри, я походу работаю каким-то... Твою мать. Я, походу, работаю каким-то парковщиком, которому, короче, поручают парковать машины. Он вечно их расхерачивает. Ему дают каждый раз новую, смотри, то черная была, то там какие-то зеленые, то красные, то хер знает вообще какие. Во, я ж приехал, смотри, хорош. Красавчик. Просто красавец. Как тут лучше? Тут, наверное, лучше сдать назад пока. О, сейчас припаркуем тебя. Сейчас припаркуем тебя, малышка. Поставим тебя как надо. Поставим в нужную позицию. Тихо. Вот сейчас вот не надо так. Во! Во! Вот так и едь. Подожди. Твою мать! Ну как там можно было не довернуть-то? Ну твою-то дивизию. О, теперь будем красную разъем. Уже разъебали. Опять нам тут хозяин сказал, типа, да похуй, я сам постоянно красную машину свою херачу, потому что красный это цвет быка. Знаешь, бык раздражается, когда видит красный цвет. Так самые препятствия раздражаются, когда видит машину, они постоянно налетают на нее, сука. Постоянно ее херачат. Поэтому я тебе разрешаю, можешь спокойно... Я оплачу, все нормально, короче. Весь ущерб я сам оплачу. Ну, раз оплачешь, сука, я, короче, буду твою машину херачить вон опять. Теперь желтая машина на очереди. Избиение уже избилось. Черная машина. Ну, черная-то всяко она припаркуется хорошо. Пошли на две звезды, херли. На три мы не получили. Вон, смотри, две звезды прям рядом стоят. Поэтому что нам не припарковаться там? Блять! Я не то хотел, я хотел назад сдать, но не, я не ту кнопку нажал. Я забываю, что надо вот тут вот менять ручник. Ща еще раз, и еще раз, и еще раз в машине. Хабздец. И опять у нас черная машина должна припарковаться как следует. Подожди, сейчас мы ее припаркуем, тихо. А музыка сама говорит, чувак, работай. Все у тебя получится, я тебе просто отвечаю. Дай немножко газку, чуть-чуть совсем вот так. И смотри, три, две, точнее, звезды. За то, что я даже нахуй не стал вон туда. Нам дали просто за то, что мы в машине сидели, колбасились под эту музыку. И все шикарно, херли. Давайте просто вы тоже вместе со мной потанцуете. Похер на парковку, похер на машины. Мы просто слушаем музыку. Мы зашли в эту игру просто, чтобы послушать музон, потанцевать, ничего не парковать, ничего не делать. Ладно, пошли дальше. Четвертый уровень. Чё тут такое за деревья? Или кто-то нарыгал? Кто-то, наверное, нарыгал, короче, блеватина. Надо блеватину объехать и припарковаться здесь. Или нихер делать. Смотри, сейчас я даже газану нормально. Хорош! Нет, зачем было так газовать-то? Зачем? Чувак, ты подумай! Ты подумай, сколько штрафа ты будешь платить потом за эти все машины. Они же казенные, не твои-то. А может даже не казенные, может даже частные. А частникам знаешь, сколько надо платить? Частникам пиздец вообще, ты заебешься платить всю свою жизнь, не оплатишь нихера. Подожди.
Я могу сразу на единичку, но я же не такой жлоб, подожди. Я вот хочу... Подожди. Теперь мы сейчас, короче, тут, смотри, как мощно так развернемся вот здесь. Прям мощнейшие эти отвеча... Только не парканись туда, не парканись, потому что там двойка. Двойка нас не интересует. Не туда, подожди. А хотя похер, пошли на двойку. Мы сейчас так, смотри, ровно так станем. Вообще просто красава. Хорош. Я тебе говорю, ровно. Ну там чуть-чуть, может, я не выехал, не въехал за пределы вот этой херни. Ну блин, ну какая разница, черт возьми. Все ж получилось-то. 2-2, пускай так. О, а что такое все мелкое уже? Смотри, там единица, там двойка рядом совсем. Давай на двойку, блять. Сейчас, короче, подожди, на двоечку пошли. Давай на двоечку, давай, чуля. Пошли парковаться. Поехали сюда. Тихо, аккуратно, не въебись. Чуть-чуть не въебался. Подожди, не туда. О, молодец, молодчик, красавчик, подожди. Во-во-во-во-во-во-во, правильно делаешь, чувак. Правильно-правильно-правильно все делаешь. Назад сдавай. Смотри, мы в этой игре реально с помощью ее с вами сразу, я тебе говорю, сходу, просто, мать его, вот сходу научимся парковаться как надо. Как вообще, как боги заповедали, тихо. Я тебе отвечаю, вот, если кто-то не умеет парковаться, срочно ставьте себе Rage Simulator парковщика, играйте в него, и у вас все будет получаться. Я тебе отвечаю, просто вы будете неврот эпическим парковщиком, прям как я, смотри, как я, нормально. Оу, смотри. Такой удачной парковки у нас никогда не было, вообще, я тебе говорю. Вообще ни разу, вот вообще, только в этой игре у нас получается. Нихера себе, подожди, что это такое за херня? Надо выехать отсюда, потом приехать как-то сюда. И нихера, как я туда припаркуюсь-то? Как я машину должен вщемить сначала по горизонтали, а потом так резко по вертикали ее припарковать? Что, долбанулись? Как? Если стоит серая машина, мне все загораживает, я не могу. Так, это, а смотри, тут везде так. Тут надо как-то пытаться. Да, блядь, вечно я забываю с ручника-то снять. Ладно, поехали желтую парковать так. Слышь, а может нам лучше всего, знаешь, что делать? Может нам лучше всего как-то не объезжать нихерище, а поехать сразу, знаешь... Вот сюда поехать сразу. А ну тихо. Хорош. А теперь, короче... Едь, 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 чувак, едь. А что, если я вот так вот паркуюсь? Вот так. Что будет? Засчитают, не? А, две звезды дали, потому что, типа, ты не стал как надо. Ты стал, блядь, ну кто так становится? Разметка-то показана, что надо становиться тебе, сука. По вертикали, по вертикали! Медведь в цирке, блядь, на одном колесе может нормально вертикально парковаться и стоять. А тут, блядь, долбоёб за желтой машиной не знает, что такое вертикальная парковка, сука. Семерка. Поехали дальше. Так, а где моя машина? Что-то я вообще не выкупаю. Где-то въебал уже ее. Я не знаю где. Подожди, тихо, спокойно, сейчас найдем. А, вот же она, вот это вот, да? Вот это моя машина. То есть надо как-то выехать отсюда. Нихера себе. Как я отсюда выйду-то вам? Ага. Извиняй, браток, что ты тут стал-то? Ну, извиняй. Надо, блин, скорее, скорее выезжай, потому что как там пословица-то говорится? Кто первый, сука, приехал, того и парковка. А я понимаю, а какого хера я, если я стою-то на парковке, зачем мне перепарковываться куда-то в другую территорию вообще, в другое место? Какой смысл? Если мне и тут было хорошо, тут была свободная парковка, как бы нихера тут никто не занимал, тихо. Тут надо лучше сдать. Лучше сдай, чувак. А смотри, чем дальше, тем уровни... Сложнее просто становится, я тебе говорю. Тут хер впаркуюсь. Я даже не вижу, где эти звездочки. А, вон две звезды, но я в две не хочу, подожди. Я пойду посмотрю пока, что находится вот здесь вот. Только не ради бога не въебись. Не, давай лучше, наверное, назад сдадим. Так а потом как?
А потом мы сейчас, короче, вот так, а потом резко, вот так, ска, хорош, о, теперь стой, а теперь давай вот сюда, а теперь давай вот так, блядь, там единица, единица, единицу я не хочу. Ну серьезно, ну какая нахер единица? Вы чё, мы с вами уже отпетые просто парковщики. Мы с вами такие парковщики, которые уже могут тупо все. Нам уже просто границ, понимаешь? Границ для нас больше нет. Нам уже доступны все виды паркинга, все виды паркования. Все, что только можно, нам доступно. Поэтому я не хочу быть сраным единичником, кольщиком. Тихо, кольщик, накали мне, сука. Да давай паркуйся нормально, ну чё ты, подожди, 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 сейчас все будет хорошо, чувак. Сейчас ты припарканёшься как боженька, во! И въебался тоже как боженька. То это нечестно так, а где музыка-то? Почему убрали качающую музыку? Вот почему мы просираем-то с вами, потому что нету качающего музона, потому что ну как же мы можем выигрывать, когда убрали там музончик, мы не можем. Куда тут выиграешь, как тут припаркуйся, когда нас не вдохновляет, не поддерживает. Это качающая просто, верни музыку мне, верни, ну чё ты? Что ты как говно? Где мой музон? Где он? Во-во-во-во-во, хорош, 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 хорош. Да верни, да ворот, с доворотом, сука! О, нормально, все, нам дали награду, хорош. А, восьмерик, поехали. Восьмерик у нас, смотри, можно косую парковку, короче, на косую линию парковаться, и за это даже единицу дают. Я ровно припарковаться не могу, а вы мне за единицу за косую даете? Вы что, прикалываетесь? Тихо. Мне кажется, мы сейчас все сделаем. Как положено, смотри. Как надо. Значит, не как надо, да. Так а куда вся музыка-то пропала? Алло! Так нечестно. Тихо. Теперь, короче, доворотик. Доворотик небольшой такой, тихо. А он проскочит, он проскочит, он проскочит. Я говорил, что он проскочит, значит, проскочил, смотри. Теперь резко так... А, тут уже не проскочит нихера, подожди. Тут надо заднюю пока сдавать. Хорош, тихо стоять. Теперь опять вперед. Теперь вот так поехал. Давай, чувак, молодчик. Во, по кругу и сейчас припаркуемся с тобой. Давай, сынок, ты сможешь, я тебе отвечаю. Заезжай на трешку! Блядь! Какая там машина-то стояла? Какого ты хера там стоишь-то? Ну как так-то? Ну почему парковка-то не... Ну как, бляха-муха? Твою мать, ну что делать-то, блядь, опять разъебали машину. Сколько нам уже штрафа-то за это дадут? Все, надо, короче, было послать всех на бок, короче, забрать машину, поехать куда-нибудь, чтобы тебе не начистили морду, а потом где-нибудь оставить ее на штрафстоянке. Что-то там понарушать, короче, чтобы ее на штрафпарковку уволокли, и там хозяин ее забрал. А я ничего не знаю, я не при делах, я вообще к себе домой бы потом упетлял бы. Там бы меня все равно не знают, где я живу. Я же на работе никому это не говорю, правильно? Я работаю вообще, я нелегально работаю здесь, так что все нормально. Я могу машиной херачить, как только хочу. Давай, бляха-муха. Вот самое сложное это выехать отсюда. Дальше уже лучше. Я тебе серьезно говорю. Вот если бы туда сейчас можно было выехать и нахер все послать, и короче нормально. Пошло оно все на бок. Не хочу я здесь работать. Все, отстаньте от меня. Но так нельзя. Надо довести машину до нужного места. Припарковать хорошенько. Так, мы могли, у нас получалось стать там на трешку. Смотри, у нас там все реально получалось, я тебе говорю. За исключением того, что мы потом расхерачили все. Тихо. А ну, отъезжай, 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 хорош. Отъехал чуть-чуть, еще чуть-чуть отъедь. А, теперь доверни вот сюда, теперь доверни вот так и заезжай туда. Бляха, там опять-то машина. Скотобаза какая, а что она там стала-то? Вот. Теперь, короче, давай, Стоять! Браток, ты подожди, ты не так быстро-то гони.
Не так быстро. Давай теперь аккуратно. Теперь давай вот сюда. И сейчас. Ну-ну-ну-ну. Чуть-чуть там совсем. Зеркало, зеркало, зеркало. Блядь, зацепил. Какого хера, блин. Иди отсюда. Вали лучше с работы. Тебе тут не судьба вообще работать. Я тебе отвечаю. Все, пошло оно все нахер. Я пошел на единицу. Не, нормально этот уровень. Просто слишком сложный для меня. Хотя туда вщемиться. Там же просто проще простого все, ну. Я уже даже, слышно, я уже даже вспотел уже парковаться. А что он не врезался нихера? Давай уже, давай. Вот. Красавчик. А, подожди, он туда, короче, не врезается, я понял. То есть стены, как бы, это считаются безопасными, да? Ну, так это еще хорошо. Сейчас осторожно. А, нихера, он врезается, а о чем тогда смысл? Так, короче, вы, блин, идите в жопу с своей парковкой. Я тут серьезно, я не могу больше тут работать, все. Сил моих больше нет, с меня хватит, я увольняюсь. Сейчас последнюю машину поставлю, или расхерачу, и все, и больше моей ноги тут нет. Все, не будет вообще, ни капли, я тебе отвечаю. Ну какой смысл тут вообще работать? Во, давай сейчас вот так припарканем, и хорош. Все, давайте мне сраную единицу, я пошел отсюда. Так я ж стал-то нормально, нет разве? Единица моя где? Вы что, прикололи что ли? Ну давай так, встанем. Вот. Блять, опять так стал, как-то там. Жопа какая, ну. С этими парковками всегда все не так, как хотелось бы. Вот. Знаешь, в парковках самое главное это медленность. Медлительность. Когда ты медленно отъезжаешь, медленно поворачиваешь, только тогда у тебя... Блять, опять не туда. Тогда у тебя все будет получаться, я тебе отвечаю. О, хоть так. Ну давай хоть так. Дай мне свою сраную единицу. Да что ты жлобишься-то? На единице всяко ты должен засчитывать мне хоть даже такую сраную парковку. Это же единица-то. Зачем там жопу рвать? Ради сраной единицы. А чё это вообще такое? Смотри, тут можно сразу на трёшку. Так давай сейчас так и сделаем. А чё мы нам, подожди, чё нам терять? Сейчас трёха будет, я тебе говорю. Спокойно. Вот просто чувак молодец. Вот просто красава. Смотри, 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 что творит. Что творит, жучара? А, двойку дали. Ну, похер на вашу двойку, я срать хотел. Главное, что десятка уже у нас. Десятый левел. Вперед, погнали, мы поехали. Где машина моя? Вот это. А что, какого хера ее постоянно облепливать с таким дерьмом, чтобы сложнее было выехать? Единица вообще там, трешка там. Короче, до трешки сейчас поедем. Двойка там. Я до трешки смогу добраться, я всяко смогу. Посмотри, сейчас, короче, выйду только. Теперь главное развернуться хорошо. Развернуться надо в другую сторону, в эту. Вот так. Теперь, короче, едем просто вперед. Просто пока что вперед. Чуть довернем сюда, чтобы ровнее было. Вот так. Теперь доворачиваем уже потихоньку, надо разворачиваться. Блядь, тихо. Теперь, короче, потихонечку. Не, потихонечку не получится, тихо. Что я? Бля! Ну как так? Там чуть-чуть же надо было-то отъехать, блин. Ну тут твою мать, я тебе таю, блин, сучка. Дурная какая-то парковка, честно. Ну кто так будет машины парковать? Вот так вот, кто будет парковать? Я только буду парковать. Так, поехали опять. Выезжай. Молодец. Выезжай, я тебе сказал. Хорош. Да ты выйдешь как-нибудь или нет? Во, молодец, хорош. Вот так надо было сразу сделать, а ты чё? Тупил-то, тупняк тупой. Понаставляли, блядь, где тут уборщицы, которые работают возле этих супермаркетов, магазинов? Почему эту говно это не убирают? Нахера оно вообще там стоит? Какой смысл его ставить-то? Чтобы машины постоянно въебашивались в него или что? А как вот эти дебилы так ровно припарканули? Смотри, линия в линию, линия в линию, задроты конченые, блин.
паркурщики, парковщики. Мать уже, блин, слов не нахожу на них, уродов. Почему я так не могу, почему они так паркуются? Охереть. Я сейчас просто их всех взую, я сейчас их удел... Да пошло оно все нахер, все, не хочу. Вырубаю эту игру, не могу я парковаться. Это не мое, парковка точно не мое. Может, в жизни бы я бы лучше парковался, чем тут. Ну тут, ну ты посмотри, меня просто берет, псих берет. Как можно, сука, было, вот, видишь, вот эта машина, например, вот, смотри. 2 миллиметра тут, сука, отступ, 2 миллиметра тут отступ. Как так парковаться под линейку ровно? Он что там паркует, блядь, еще выбегает и постоянно линейками меряет все, блядь, измеряет, хер знает. Знает, какие он там замерения проводит, чтобы настолько, сука, по-задротски ровно туда вщемиться. И у меня так, блядь, никогда в жизни не получалось. Да потому что невозможно в жизни вот так вот под линеечку, сука, парковаться. Это, блядь, кто? Это в детском саду только вас могут так мозги вам закомпасировать. Очковтирательство вам навязать, короче, вы будете потом стараться вот так вот парковаться под линейку, в итоге не будете парковаться вообще никак, в итоге просто врежетесь. Поэтому, ребята, запомните одно, паркуйтесь так, как вам удобно, паркуйтесь, главное, никого не заденьте. Если там сбили боковое стекло, там, скажем, ну, это не особо страшно, там, если зеркало заднего вида схерачили, можно оплатить, но лучше до такого не доводить. Вот, я не знаю, может, мы к этой игре вернемся, когда чуть подостынем, возможно, она у нас снова в школу еще, у нее немножко потом одна часть и будет этой игры, может, мы до 20-го доберемся, хотя, кого я обманываю, доберемся даже, наверное, до 12-го. Вот. Оставайтесь с нами. Всем удачи, до новых встреч. С вами был Морган. И паркуйтесь аккуратно. Всем пока-пока.